Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем записывать Dead by Daylight, у нас с вами очередная каточка. В этот раз у нас Бубас. В этой партии видеороликов по Dead by Daylight я с манами повторяться не буду. Как я изначально говорил, за каждого будет по две каточки. Этого более чем достаточно, чтобы общее количество каток растянуть до выхода сольника Бубаса. Игра меня, конечно, это уже давным-давно не удивляет. Сурвы здесь либо как конченые боты сливаются, как принято называть актеры, либо же просто сидят на генах, бум-бум-бум по каждый генератор и убежали. А ману только и остается, что одного кемперить. Если ты играешь, естественно, за пеших. Никто ж не говорит про Мора, про Рин, про Нюрсу, про Палача. Там Палач хоть и пеший, но сильный ман. Что они отделываются типа одним сурвом. Нет. Ну все, и началось надрочка по кругу. Ну кровь же пошла из нее. Ну какого, мать вашу, хрена происходит, сука? Меня даже не эти моменты бесят, понимаете, ребята? Меня бесит, что на этом фоне разработчики считают, что убивать Нюрсу это нормально. Кто мне скажет, что типа Нюрса все так же прекрасно, что в ней убили? Я одно скажу, не делайте мне мозги. По сравнению с тем, какой Нюрса была просто божественным созданием, когда у нее атака считалась основной, а не специальной. Когда на ней работал наед и все прочее. И по сравнению с тем, какая Нюрса сейчас. Это два разных мана вообще. Абсолютно два разных мана. В последнем патче занерфили аддон, главный основополагающий аддон Рин. Не чтобы потеть, а чтобы получать хоть какое-то удовольствие от игры, что ты типа играешь на мощном мане. Как я уже говорил, они и до аддонов Мора доберутся, это дело времени. Оставят его и без кольца, и без состава 33. Потому что это якобы слишком тяжело. А выкрики типа ты просто играть не умеешь или типа это... Оставьте при себе вот эти все так называемые хейтеры. Потому что... За все время, проведенное в игре, я прекрасно понял, что в ней и почем. Бесит не пешие, а бесит то, что нормальных манов на фоне всего этого пиздеца нет. Вот после того, как занерфили Нюрсу, только-только привык к Рин. Иногда там периодически менял на ней аддоны. Этот пидор даже, блядь, не лечится, он чисто раненым заводит.
Потом почему ты меня туннелишь, мразь? Какого хрена? Давайте, давайте, предъявите мне, типа, сколько же желчи и злости в моем голосе. Потому что некоторые ведь, ребят, представляете, предъявляют. Это не типа анализ всего происходящего в игре. Нет, а типа то, что я вот желчный человек. Это такой пиздец. И ведь сурвы считают, что это нормально, то, что здесь происходит. Я не говорю, что это все типа против рандомов. Любой, даже самый законченный дебил знает, что против рандомов игра мертва. Рандомы даже самому конченному пешему ману ничего не могут противопоставить. Любой ман рандомов сможет вырвать, если правильно играть. Я все это говорю против пати, против коих ты играешь, дискордниц, которые ты играешь 90% каток. Орех, что ли, нихуя? Хорош. Блять. Ну что вот эти вот чмошники приседают? Ну вот какого хрена они хотят доказать? Типа они крутые против бубаса, да? Пиздец. Да блин, надо было 2 стака накопить. Вижу. Опять полетает. Эта сраная игра еще подыгрывает. Заводите уже последний ген. Давным-давно пора завести уже. Дать 2 адреналина и поприседать в воротах. Ну вот вам закрывашки. Если играешь за пешего мана, ты и с закрывашками ничего не сможешь. Да ты просто играть не умеешь. Знаю, знаю я ваши. Все комменты хитерочки. Открывайте уже. Уходите, а этому люк давайте. Все надо подсказывать.
Давай, пробуй, 4%. Киберспортивные 4%, ну? Давай, выход силой. Ну надо же. Ну хоть минус 2. Вот он этот баланс, к которому стремятся эти так называемые разработчики. Хрен его знает, как я тебя потерял. Как эта игра потеряла смысл, когда играешь за пеших? Вот это вот вопрос. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Оцениваем, комментируем, подписываемся. Впереди у нас еще с вами много-много самого разнообразного контента. Всех благодарю за поддержку. Всем пока.